Выставка World Food 2022. Продолжаем знакомиться с ее участниками. С нами сейчас Дмитрий Рубкевич, компания «Самарская индейка». Дмитрий, здравствуйте. Расскажите о вашем предприятии. Здравствуйте, Константин. Значит, мы на протяжении уже 12 лет занимаемся выращиванием индейки в Самарской области. За это время мы проделали большой путь. У нас 80 тысяч голов, поголовье две площадки. Основная фишка наша – мы индейку выращиваем без ускорителей роста и без антибиотиков. 6 месяцев до забойного веса. В результате чего у нас, ну, как дорогой качественный автомобиль. Вот это про нас. Это созревшее мясо, это правильная консистенция и правильная органолептика. А, значит, почему мы на World Food? Мы являемся визитной карточкой Самарской области и представляем городской округ города Самара на данном великолепном мероприятии. Наша задача, естественно, заявить о себе в очередной раз, показать, что продукт продукту может быть рознь. Помимо этого, мы пошли дальше. И за последнее время мы не только стали заниматься индейкой, но и стали выращивать гуся, стали выращивать утку и, более того, делать классные, обалденные продукты, наподобие гусиный паштет с черными итальянскими трюфелями. Индейка, гусь, все понятно, все здесь, но все-таки хоть что-то где-то закупается за рубежом, я имею в виду корма, может быть, какие-то или что-то еще. Ударило ли по вам нарушение логистических цепочек? Нет, не ударило. Мы почти как 3 года назад перешли по инкубационному яйцу на российского поставщика и довольны. С точки зрения комбикормов, мы сами формируем рецепт и делаем его на местном комбикормовом заводе. За столько лет, сколько вы уже производите, вы говорите, что ваши рецептуры, если такое слово вообще употребимо, да, схема выращивания индейки претерпела какие-то, да, изменения в лучшую сторону. А что за это время случилось со спросом на индейку? Он вырос? Да, 37,2% годовых мы дали по 2021 году по приросту именно по индейке, продукции из индейки. То есть это тренд, это растет. И покажите мне тот банк, который даст 37,2% годовых, я с удовольствием туда пойду. А с чем вы связываете рост интереса, всплеск? Большая массовая поддержка идет на федеральных каналах по потреблению, культуре потребления мяса индейки. Помимо этого, это реально стало модно, и это реально полезно. То есть вот как бы совокупность факторов. Ну, плюс мы еще делаем продукты, которые не делает никто. То есть мы создаем некое уникальное торговое предложение. То есть так отчасти немножко даже попали в тренд на здоровый образ жизни, я имею в виду питание такое, да, диетическое? Да, да, да. Наш стенд здесь, вы можете подойти, и мы просто дадим вам возможность продегустировать наши вкусняшки. Здорово. Спасибо, успехов вашей компании, Дмитрий. Спасибо, Константин. Всего наилучшего.